Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на канале Инги Титовой. Бриджи – прекрасный вариант одежды для тех, кто желает без стеснения покрасоваться своими ножками. Бриджи представляет собой брюки особого кроя, нижняя часть которых охватывает икры ног ниже голени или отрезается на линии колена. Разнообразие фасонов и способов оформления бриджей позволяет женщинам выбирать идеальную модель с учетом вкусовых предпочтений и создавать стильные образы. Для изготовления бриджей используют как натуральные, так и синтетические материалы. Укороченные спортивные штаны изготавливают из стреча и хлопка. Создавать модные летние образы помогут изделия из ситца, льна, вискозы и джинса. Яркие модели добавят свежесть в ваши образы. Разнообразные виды женских бриджей позволяют применять их для разных событий и мероприятий. Можно использовать классические образцы стандартной длины до или чуть ниже голени, или более повседневные варианты, которые позволят вам выглядеть привлекательно. Классические бриджи обладают сразу несколькими качествами. В них не жарко, очень легко, и их смело можно надевать на работу. Их можно дополнять пиджаком и блузой, и деловой образ готов. Только вот обувь должна быть очень строгой – лодочки, балетки или лаконичные босоножки. Летний и беспроигрышный способ сочетать бриджи в спортивном стиле с футболками и майками. Футболки и майки можно выбирать в классическом стиле с принтами или модели оверсайз. Такой образ с легкостью могут выбирать не только молодые девушки, но и женщины постарше. Спасибо, друзья, что вы были с нами. Подписывайтесь на наш канал, делитесь своим мнением. Всего вам самого хорошего!